Всем привет, вы на канале MyLife. На этом видео на обзор будет на мой канал, на мой дзен-канал MyLife. Вот мой канал дзен, как видите, и страница. Вот. Я сюда и статьи пишу, и посты пишу, и видео загружаю. Где пишу, где статьи, вот сюда нажимаю. И писать посты, писать статьи и загружать видео. Вот, сюда регулярно пишу и загружаю видео. На данный момент у меня 5 подписчиков. Вот, и я удивился, когда я увидел колокольчик. Вот сюда колокольчик нажал и удивился. Вчера я на этот общий чат закинул свой дзен-канал девчонкам. Это ВКонтакте. Вот. Им огромное спасибо девчонкам, что они зашли на мой канал, полайкили, вот, посмотрели, почитали, вот, активничали. Спасибо вам, девчонки. Благодарю вас. Я рад за вас. Спасибо. И покажу вам, вот они, вот сколько лайков, сколько, особенно Марина Коломок активничала, спасибо ей, благодарю Марину. Вот, теперь дальше, вот мои статьи, здесь я пост написал и закрепил. Кресло сделал, вот я на этом кресле сижу сейчас, вам видео записываю, вот, своими руками кресло сделал и написал пост, как этот сделал. Дальше вот вчера статью написал про майнинг криптобиткоина, если интересно, заходите, прочитайте, вот, 3 лайки. И видео загружу, вот, игра криптовал, блокчейн игра, тоже записываю видео. Вот. То есть я один день записываю, один день пост пишу, один день записываю, другой раз статью пишу. Вот чередую посты и видео. Вот еще один статья, одна статья написал. Преимущества сервовых валют. Заходите, прочитайте. Интересная статья, да, получилась у меня. Вот, новости тоже пишу, новости криптовалюты. Вот. И вот тоже статья, что такое цифровые валюты или зашифрованные валюты. Тут свой огород записал видео трактором. И тоже блокчейн игра криптовал загружаю. Ну вот, друзья, то видео, то посты, то видео, то посты пишу. Если вот кому интересно дзен-канал мой, добро пожаловать. Заходите, смотрите, лайкайте, комментируйте, пишите свои отзывы, пишите свои мнения. Вот, я вам просто буду рад, если вы будете активничать на моем канале. Вот тут еще внизу, еще там, вот про туалет написал. В деревне жили девушка и бабушка, я им построил туалет, вот, они теперь ушли, конечно, к сожалению, вот, и остался туалет, вот, туалет остался со мной, вот. Про этот туалет я пост написал, ну, статью написал, статью получается. Если интересно, как я его построил, чуть-чуть покажу, потом вы зайдете и почитайте, если вам интересно. Деревенский туалет еще существует, обзор туалета в деревне, показываю и рассказываю свои ощущения, вспомнил детство. Вот. Написал 2 мая. Вот там он выглядит, туалет. Внутри вот аж обшивка, как он выглядит.
лично я сам вот с таким вот этими руками построил этот туалет с нуля. Все полностью. Полностью собрал сам. Вот обшил. Обшивка. Это спецовка не моя. И эту бумажку тоже поставил сам лично. Вот. Все эти доски прибил сам. Вот. Все сам сделал. Заходите, комментируйте. Читайте сперва, посмотрите фотки и комментируйте. И с вас лайки, конечно. Вот такие у меня видео и этот посты. Вот они. Эти уже дальнейшие. В общем, да, друзья, заходите на мой дзен-канал, смотрите мои видео, читайте мои посты, еще раз повторю. Вот. Будет интересно, пожалуйста, оставайтесь на моем канале. Вот. Длинную ручку я сам тоже лично своими руками поставил ручку в своем квартире. Как ставить дверную ручку, показываю. Тоже посмотрите и изучайте. Тут посты по краткой истории возникновения биткоина. Тоже написал. Посчитайте, если интересно. Вот, вот чай, прощай, душистый чай. На видео записал. Летом собрал душистую и дома приготовил чай с душистой. Чай зеленый с душистой и зверовым. Тоже полезное видео, если вам интересно. Вот. Но всем интересно, наверное, чай с зверовым и душистым. Он такой аромат дает, вообще классно, вообще классно. В этом году опять соберу зверовые, опять соберу душицу и новое видео сделаю. Это у меня старый телефон был, поэтому не 4К получилось формат. А в этом году постараюсь вам вот такие четкие видео делать. Вот все материалы тут, друзья. Оставлю ссылку под видео. Дзен-канал, на мой дзен-канал. Переходите. Вот. Читайте, смотрите мои видео. А теперь я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Всем доброго.